Всем привет! Снова мы тут с блюдами разными. Сегодня будем готовить пиццу с лаваша. Берем лаваш, который такой квадратный, большой. Потом берем какую-нибудь мясо, не знаю, там свинину, курятину, какое любите. 2-3 яйца. У меня еще колбаска есть, паприку, помидорчик, лучок, ну и, конечно, сыр тоже. Какой-нибудь, ну, из твердых сортов. Первое, что мы делаем, берем лаваш и скручиваем его в трубочку. Берем самый наточенный нож, какой у вас есть дома, и нарезаем вот такими, как говорится, лоскутами его. Ну вот, лавашек мы нарезали, получились у нас такие лоскуты. И следующее, что мы будем делать, нам надо, как говорится, заправку для этого лаваша сделать. Берем яйца и разбиваем их. Также добавляем чуть-чуть молока. И, естественно, соли, чтобы это все было более, так как говорится, соленое. Все это сбиваем венчиком. Это у нас будет скрепляющее звено для нашего блюда. Также сюда чуть-чуть сыра добавляем сразу. У меня уже готовый, натертый, чтобы я не мучился. Теперь берем наши овощи, паприку, или он же болгарский перец, и шинкуем сначала на длинные, как говорится, палочки, потом еще их чуть-чуть порежем. Ну и последнее, что мы делаем, нарезаем нашу, как говорится, мясную часть нашу. Колбасу, ветчину, ну и что вы там сами любите больше всего. И будем переходить уже тогда к сковородке. В принципе, рецепт очень быстрый и вкусный. Поэтому можно это быстро нарубать все. Когда нету времени долго готовить и вкусно поесть. Ну и последнее, но немаловажное. Берем сковородочку, нагреваем, добавляем растительного масла на нашу сковородку, чтобы у нас тут все, как говорится, не пригорело. Так, надо распределить масло по всей сковородке. Так, теперь добавляем наш лаваш. Лаваш наш. Ну, сковородку берите такой большины, чтобы, ну, чтоб не было просветов. То есть, чтобы лаваш как раз покрывал все дно сковородки. Вот. Наш лаваш готов. Положили в сковородку. Но это не все. Вы думали, что я просто буду жарить лаваш? Ну, нет. Так мы делать не будем. Вот, сделали такую основу. Берем наше яйцо, в котором, как вы помните, молоко и сыр. Еще чуть-чуть мы его сболтали. И теперь это все заливаем. Так вот, это будет скрепляющее звено нашей, как говорится, пиццы. Вот так вот, таким образом. Дальше добавляем наши нарезанные овощи. Кстати, пахнет уже как пицца, в принципе. Наподобие пиццы пахнет. И самое последнее. Наверх все покрываем сыром. Накрываем. И ждем, пока сыр сверху растопится. И прошло пару минут, и вот у нас вот такая вкуснятина. А, чувствуете запах? Вкусненько. Ну что, перекладываем на тарелку и будем смотреть, что у нас получилось. Получился у нас такой вот вкусный блин-пицца или пицца-блин. Аж как хрустит снизу у нас он. А это значит, что вкусный будет. Вот, видите,
Вот какая у нас вкуснятина. Ну что, ребята, вот такая быстренькая пицца. Быстро, довольно дешево. Вот видите, не разваливается. Такой как пирог получается. Ну что, приятного аппетита. Ням-ням. Всем пока.